Всем приветики-пистолетики, ребятки. Это Варя. Я думаю, вы меня все прекрасно знаете. И сейчас я буду озвучивать мамин сад. Итак, первое, что мы видим, это орхидея. Ну, понятно, что это орхидея. Вот. Мы берем ложку и пытаемся выключить лампу. Все так же пытаемся. Так. Ну давай уже. Так, ура! Стоп. Блин, что-то пошло не так. Все, ура, мы наконец-то сделали это. Так, вот такие красивые орхидейки. Угу. Цветочки. Блин, я не знаю вообще название. О, мы берем грушу. Я хотела сказать, если я угадаю название, то вы поставите лайк, хорошо? Окей? Так, вот такие красивые орхидейки. Хотя там что-то завяло, но ладно. А, это цветонос завял, вот. Но я ж прошаренная. Угу. Да, все красивенько, красивенько. Вот кокосики. Блин, мама постоянно эти кокосы покупает. Ну, это прикольно. У нас очень много кокосов на столе лежит всегда. Так, дальше что это? Что? О, много орхидей. И штука, которая увлажняет воздух, увлажнитель воздуха. О, существо прибежало. Привет, существо. Два существа, три. Их очень много. Они страшные, ну ладно, я их боюсь. Так, дальше. Это фаленопсис. Все, вы ставите лайк. Вот. Что это? Тоже орхидейка красивенькая. Да, вот. Блин, она реально красивая. Да, с какими-то плодами. Что это? Я не могу. А, это цветы. Они еще не распустились, понятно. Так, что это? О, во. Вот это мне нравится, я люблю. Они классные, классно смотрятся. Ну, тут всякие маленькие штучки. Вот. Так. Угу. Все подвешено. Лакшери. Так, дальше идут джунгли. О, вот. Вот это подставка с фаленопсисами. Подождите, это фаленопсис или нет? Напишите в комментариях. Давайте сделаем Варю прошаренной. Так, ну красивенько, чё? О, я помню, как мы эту орхидею покупали. Она очень классная. Она раньше у меня в комнате стояла, но мама ее себе забрала. А вот это мы с папой, маме это подарили. В общем, да. Так, ну красивенько все. Это тоже красивое. Только я не помню, где мы ее покупали. Вот. Ну, ладно. Пока. Все. Я с вами прощаюсь. Салют, до свидания, спокойной ночи.